Thank you.
экспансия пришла именно в таком облике. И это тоже символично, потому что под деревом Ним явился Господь Читания Махапрабху, да? Поэтому его детское имя Нимай. Но Шрила Прабхупада, вот оно тоже сидит по этим специальным деревом. Это дерево до сих пор, оно живо, это джива, которое живет в этом дереве, которое являлось свидетелем вот этих первых игр Шрила Прабхупады по Нагара Санкиртане, Харинама Санкиртане, когда Шрила Прабхупада пришел и пел святое имя в городе, непосредственно, так сказать, на улице города. До этого они пели в помещении, а вот тут это было первые разы, когда они пели это уже публично. И, в общем-то, это вот именно в этот момент началось исполнение того предсказания, которое дал Господь Читания Махапрабху. Он сказал, что в каждом городе и деревне, да, будет исправиться святое имя Господа. И Шрила Прабхупада, вот он начал это под деревом в том парке. Мы сейчас видим запись, это показана вторая правда Харинама, которая была. Вторая Харинама, которая проводилась в этом месте. Можно посмотреть на разных людей, которые пришли. Лица, кстати, если посмотреть обычных людей, которые собрались толпой, они очень знакомые лица, потому что в этом месте живут украинцы. И поляки. И поляки в основном, и подкоамериканцы. Если бы вот не периодически, да, так сказать, мексиканские лица, то можно было бы точно понять, что где-то в Киеве. Потому что бабульки с такими характерными, если вы посмотрите, платочками. Девочками, да, тоже я. И да, и когда преданные они услышали, что они должны будут петь на улице, они так немножечко испугались. Единственный, кто надел на эту харинаму вайшнавскую одежду, кроме Шрилы Прабхупады, Киртанананда, он впервые одел тогда эту вайшнавскую одежду. Если посмотрите, она одета тоже очень таким интересным образом. Раз, он первый раз побрился. И, в общем-то, он был самым... вот он сейчас играет на гармонии. Причем, видите, играет даже не нажимая клавиши. Это вера в искусство. Это вот выдвигаются регистры, и вот так вот она гудит. Очень удобно. Да, даже фотография тоже у нас, безусловно, этого места. Тут Медвар Караш тоже обратил на мое внимание. Вот, и когда он шел, то все люди, они вокруг очень реагировали на Киртанананду очень-очень-очень так активно, потому что они видели белого человека, бритого, в таких одеждах. Но одни даже там люди выскакивали, один человек выскочил, сказал, ты там пижаму сменить забыл, куда идешь? А другой видел красное такое, ну, как бы показалось красное, отходит Шрилы Прабхупады, он сказал, это коммунисты. А на шее у преданных, если вы посмотрите, у некоторых есть такие бусы, видите, большие бусы. Это признак инициированного преданного. Если вы посмотрите, то у них такие большие четкие из вот в свитере. Видите, вот вот этот сюда. Это вот наш первый инициированный преданный. А, это с первой инициации, то преданные инициированные, они носили четки на шее. Они не инициированные, ходили без четок на шее. Вот это кантимал тогда не было еще. Вот. И преданные, они пришли, они очень хотели удовлетворить Шрилу Прабхупаду, и когда они пришли, то уже преданные пели, они пытались петь, но так особо никого не привлекали. И когда пришел туда Шрила Прабхупада, он просто сел на ковер и стал петь святое имя. Потом подошла полиция и сказала, что вы поете не на том месте, их переместили под дерево непосредственно, как у нас сейчас сидит Шрила Прабхупада. И причем Шрила Прабхупада не спорил с полицией, он просто пересел, это, кстати, очень важно. На первой харинаме, когда полиция сделала замечание, Шрила Прабхупада послушался. Важный момент пения. Вот. И преданные, они в какой-то момент решили, что Шрила Прабхупаде будет приятно, что они будут танцевать. Вы сейчас видите, они это делают, очень сильно, активно. Вот. Это вот наши классические танцы, если вот. И преданные не знали, как танцевать, и поэтому они ходили кругом, такими мелкими шагами, по этому ковру. Они были босиком, они ходили кругами вокруг, так сказать, вот этого места проведения харинамы. И очень... успевали. И очень много людей собралось, пришли музыканты, и Шрила Прабхупада, каждого музыканта, который приходил, он вдохновлял, он, да, давай продолжай, ну, то есть каждый музыкант, который приходил, приходили там все, там показывали детей, не знаю, уже это было, по-моему, да, там, которые играли на каких-то кларнетах, знаете, детских, на дудочках, давайте еще раз включим, там, еще раз. Вот, и на самом деле, вот, это место, оно очень ассоциируется со Шрилой Прабхупадой. До сих пор там сейчас на этом дереве, около этого дерева, находится там рамочка, это не соответственно.
На этом дереве в Америке до сих пор есть, так сказать, табличка, в которой написано, что это дерево Ачеба Панаксан Трупадаг, и он начал Харинама Санкиртана. И вот почему, как понимаю, выбрали эту, именно это место, да, так сказать, потому что сейчас особенный год, мало того, что это 120-летие явления Шрилы Прабхупады, также это еще 50-летие явления ИСККОН, но вот, со стороны Запада. Поэтому, в общем-то, вот такое вот место. И сейчас мы вместе с вами будем совершать действия, которые вообще никогда больше не повторится. И все, кто не пришел вовремя или вообще не пришел, будут кусать локти. Трансцендентная зависть. Мы будем проводить церемонию Гурупуджи Шрилы Прабхупады под этим деревом, непосредственно под этим деревом. Каждый из нас может будет подойти и предложить лепестки стопам Шрилы Прабхупады, поклониться Шриле Прабхупаде и этому замечательному, уже не нужен этот баджан, спасибо. Лучше фильм снова включаем, как хороший. Будем, да, предлагать лепестки. Прабху предлагают лепестки и кланяться в Дандавате. Дандават — это полный поклон. Мы кланяемся левой... А? Не, прямо здесь хочется. У нас не так много салфеток. Вот, левой стороной. Матаджи тоже будут одновременно подходить, предлагать лепестки и кланяться на месте. Такой стандарт, который вел Шрилу Прабхупаде, но это не Шрилу Прабхупаде. Вот, можно будет кланяться Шриле Прабхупаде, просить его о милости, кланяться этому трансцендентному дереву, которое также является свидетелем вот этих игр, игр по Харинаме Санкиртане, который начал Шрилу Прабхупаде, точнее продолжил игры Господа Чайтаньи со стороны Запада. И также у нас еще очень трансцендентный есть сегодня предмет на алтаре. Вот, Дарсатата, будь любезен. Мик, покажи. Да, покажи. Ну, наверное, да. У нас есть прямо там вот в траве кусочек трансцендентного тхоти Шрилы Прабхупады. Курты, простите, курты. Это трансцендентная курта, в которой Шрилы Прабхупада находился в день его ухода. Очень трансцендентная вещь, и это артефакт очень удивительный, которым поклоняется Дарсатату Прабху. И он сегодня очень милостиво принес, и мы все можем также помолиться этому трансцендентному части одежды Шрилы Прабхупады, потому что все, что, чего касается трансцендентной личности, это повторяется. Можно так поставить, чтобы было видно. Может, какая-нибудь есть гирляндочка, у нас нет маджиму, или какие-нибудь цветочки, чтобы вот красиво поставить. Помогите родину это украсить. Можно как-то красиво поставить. Чем-то выделите. Ну, может, цветочек какой-нибудь положить. Вот. Так что давайте все сейчас примем участие в этой программе. Мы сейчас встанем, берем коврики, будем подходить. Да, удивительно, что могут сейчас предлагать гурупуджу и пушпу все преданные, независимо от одежды, национальности, количество первых, вторых, третьих инициаций. Мы здесь останемся, а вот и... Еще что-то? Спасибо, достаточно. Принес кусочек. Да? Спасибо, Павел. Очень милости. Помялся на разминочке. Yeah.
Yeah.
Oh,
Шрила Прабхупада, 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 Шрила